Начать эту рецензию придется с печальной новости. Судя по всему, перед нами последний проект от разработчиков Deadline Games из Дании. Проблемы со средствами застигли их врасплох, и в данный момент ушел на покой даже официальный сайт. Посмотрим, смогут ли они напоследок удивить нас чем-то в рамках второй игры по фильму «Хранители». С первых же минут становится ясно, что ждать каких-то существенных изменений не стоит. В главном меню нас встречают все те же герои — Роршах и Филин, и именно в их компании мы снова будем прокладывать дорогу в этом городе грехов. На этот раз мы не охотимся за беглыми преступниками, а занимаемся спасением одной девушки, попавшей в неволю. Присмотревшись к видеозаписи, которую принес Роршах, герои быстро устанавливают, где стоит искать пленницу, и выдвигаются на место. На протяжении трех гигантских уровней вам будут противостоять сначала посетители с охраной стрип-клуба, затем толпы байкеров, устроивших беспорядки на улицах города, и в конце одетые в характерные кожаные костюмы садомазохисты под предводительством некой сумеречной леди. В пылу сражения наши герои легко забывают о любых правилах хорошего тона и порой даже бьют вдвоем одну девушку, хотя стоит отметить, ей это вроде бы даже нравится. Все так же в некоторых эпизодах группа разделяется, и герои какое-то время действуют по отдельности. На месте и особый режим, который можно активировать в пылу сражения. Роршах в эти моменты ускоряется, в два раза активнее отвешивая тумаки налево и направо. Филин же успокаивает всех электрическими разрядами, что тоже неплохо способствует борьбе со злом. Число противников бывает настолько велико, что иногда в голову приходят недобрые мысли. Вот мы расправились с целой футбольной командой, а сейчас, за следующим поворотом, нас, наверное, уже поджидает целый стадион их фанатов. Периодически встречаются запертые двери, которые открываются, если игрок справляется с мини-игрой. За ними вас ждут приятные подарки, вроде увеличения запаса энергии. Впрочем, если их игнорировать, вы ничего не теряете. По сути, весь игровой процесс сводится к тому, что мы методично зачищаем комнату, добегаем до следующей, и там встречаем еще большее число противников. За счет качественной боевой системы игрок может просто не замечать этот повторяющийся раз за разом день сурка. Персонажи отлично анимированы и корректно взаимодействуют между собой, за счет чего битвы выглядят действительно впечатляюще. В сочетании с обилием доступных комбинаций и возможностью брать в руки различные виды оружия, мы получаем десятки вариантов прохождения для одних и тех же комнат. Благодаря мировоззрению Роршаха, кстати говоря, один раз герои даже сразятся друг против друга. Если вы играли в первую часть «Хранителей», то вторую можно рассматривать как платный набор дополнительных уровней. Если же вы с серией еще не знакомы, то начать стоит именно с первой части. Продолжение хоть и неплохое, но в нем уж слишком мало отличий от оригинала. Похоже, разработчикам пришлось срочно выпускать проект в том виде, в каком он оказался готов. А жаль, ведь потенциал у серии был огромный.